Радуга. Радуга, но ее плохо видно. Вид на город Фуншал. Справа Атлантический океан. Прямо необитаемые острова. Там резвятся киты, дельфины, морские котики. Температура воздуха сегодня 28 градусов. Мы находимся в туристической зоне, а впереди столица острова Мадейра, Фуншал. Домики все расположились на пригорках. Туман с гор сползает к океану. Парашютисты летают над водой. Такой скалистый берег. Там мостик, туннель. Пока до отеля ехали, очень много туннелей проехали. Woo-hoo!